из команды «Лукойл Рейсинг Тим». Заезд начнется прямо сейчас. Он начнется. Разгоняются по стартовой прямой пилоты. У нас начинается борьба и за победу в этом заезде, и за титул чемпиона России в классе «Туринг». Победитель квалификации Николай Карамышев. Удалось ему сохранить лидерство, что сделать было очень непросто. Всего 11 тысячных секунды разделяло на финише квалификации этих пилотов. И сейчас Дмитрий Брагин предпринимает активную атаку для того, чтобы контратаковать. И здесь столкновение Владимира Стрельченко и пилота под 31-м стартовым номером. Сергей Голубев из Санкт-Петербурга. Более того, у нас сразу три автомобиля Honda Civic столкнулись. Конкурентов, потому что лидер общего зачета. Сейчас мы видим повтор. Как раз столкновение. И да, действительно, достается обоим хондам команды Стрельченко и